В северной столице начал свою работу 5-й международный культурный форум. В течение 3 дней в Санкт-Петербурге будут проходить круглые столы, семинары и концерты. Делегация Якутии также принимает участие в мероприятии. Подробнее об итогах первого дня форума расскажет Айсена Бурнашова. Ключевые темы 5-го форума – это подведение итогов года российского кино, 125-летний юбилей композитора Сергея Прокофьева и 25-летие СНГ. В рамках культурного форума в здании Мариинского театра 3 художественному руководителю, генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву, директор театра оперы и балета Якутии Сергей Сюльский вручил благодарственное письмо «Чорон» и знак Якутского оперного театра. Мы хотели бы вас поблагодарить от лица республики, от лица нашего театра, коллектив нас получил очень хороший импульс, выступив в вашем театре. Это будет сосуд, кумыс из него надо пить. Кумыс пить? Кумыс, да. Это наш национальный напиток. Брат, я надеюсь, что увидимся скоро и в Якутске тоже. Хорошо. Это уже 3-жды я был там или 4-жды? Да. 3-жды точно, или 4. Яркое событие в мире культуры объединило более 20 тысяч человек. Это и специалисты из области культуры, и политики, и бизнесмены. Всего представлено 14 секций. Рабочие площадки расположены по всему городу. Но главными местами стали главный штаб Эрмитажа и Российский этнографический музей, где состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Меценат года». В мраморном зале собрались более 40 номинантов. Это предприниматели, представляющие всю географию России. От имени Якутии на престижную премию был выдвинут индивидуальный предприниматель Руслан Федотов, который на протяжении 20 лет оказывает финансовую поддержку культурной жизни Якутии. Неделю назад сообщили, пришла телеграмма от министра, приглашение. Я был удивлен. С другой стороны, это очень приятно, и с другой стороны, это большая ответственность. Я сегодня утром вылетел с Якутска и вот прилетел прямо с корабля на бал. Звание «Меценат года» был удостоен основатель бренда «Йота» Сергей Адоньев. За вклад в возрождение традиций меценатства в России якутянин Руслан Федотов был награжден благодарственным письмом. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Санкт-Петербург.